Подготовка объектов городского хозяйства выходит на финишную прямую. Контрольный срок у нас определен, это 15 сентября. Значит, по состоянию вот на начало недели у нас по жилищному фонду готовы к запуску отопления порядка 65% домов. Значит, по объектам социальной сферы у нас практически все школы и садики готовы к пуску тепла. Там готовность составляет более 95%. Сейчас завершаются, проводятся вторые гидравлические испытания тепловых сетей. Значит, выявленные дефекты нам необходимо устранить в течение месяца, то есть до начала отопительного периода. Объем работ большой, большой объем работы по капитальному ремонту тепловых сетей, что очень важно. У нас есть проблемные районы, которые, они как бы последствием того, что жилой фонд и инженерные коммуникации передавались от ведомственных предприятий. То есть это бывшие заводские дома, вот такие. Это у нас Ленинский район, Дзержинский район, ну и часть Кировского района. У нас как бы средний износ сетевого хозяйства составляет где-то процентов 50-55. Но в целом вот результаты этих испытаний и объем капитального ремонта, который проводится организациями, он позволяет пройти отопительный сезон без серьезных аварий.